Чемальский район, подножье гор. Здесь, в самом сердце Горного Алтая, прошел тест-драйв высококлассных автомобилей марки Toyota. Пересесть на комфортабельные рамные внедорожники и прокатиться на них по бездорожью захотели многие. Toyota RAV4, Hilux, Fortuner, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Автомобилям этой линейки покоряется любая трасса. Впечатления и эмоции у людей зашкаливают. Несмотря на ямы и крутые подъемы, путь показался шелковым. Она большая, высокая, по всем этим препятствиям, которые мы тут проезжали, она прям как по асфальту идет, ни ям не чувствуется, ничего. Вот там такие спуски, подъемы были, я думал, не проедем, она так легко даже не сбавляет скорости. Впечатление, конечно, вообще без слов, тем более первый раз за такой машиной. Проходимая, удобная, комфортная, особенно после советского автопрома не сравнится. Это первые выездные гонки, которые устраивает Toyota Center AM. Этой осенью в планах у компании организовать еще один ралли-марафон. На этот раз прокатиться на меганадежных и безопасных машинах можно будет в краевой столице.